Добрый день, на связи Владимир Путин, а это наша Москва. Как вы видите, ваши санкции нам не страшны, даже дети подтверждают. А это Красная площадь, главная гордость страны. Вот Шойгу, он в очередной раз докажет, что BMW и Mercedes нам не нужны, когда есть свое отечественное. Баба. А это наша доблестная армия. Призыв у нас с 5 лет, потому что те, кто постарше, закончились. Ну а это наш министр цифровых технологий. Трудится над новой моделью телефона на новенькой базе «Аврора». Мой Кремль. Проходите, пожалуйста. А это мой сосед из Минска, Александр Григорьевич Лукашенко. Делает абсолютно все, что я говорю. Сказал провести референдум. Проводит. Сказал шляпы соломенные носить. Он носит. Сказал, что подполковника ему дам. Не дал. Обижается. Скобеева. Лучший журналист в нашей стране. Кстати, 4-е место проститутка всей России. Нравится. Пожалуйста, пройдемте. А вот Владимир Вольфович Жириновский, старейшина нашей России. Только-только после 134-й дозы спутника. Молодец. Это мой Кремль. Вот моя кровать, вот игрушки Медведева. А это телевизор. Его я, кстати, тоже отключил по всей стране. Соловьев там больше не вещает. Теперь он просто мне шепчет на ушко, какой я красавчик. Вот, кстати, он. Спасибо. Чтобы не говорили, у нас демократическая страна. И к оппозиционерам у нас прекрасно относятся. Вот, например, Алексей Навальный. Молодец! Молодец! Наши западные партнеры нагло врут, что все успешные люди съехали со страны. Неправда. Вот они все. Ура! Ура! Мы тут здесь!